Добрый день, уважаемые коллеги. Важнейшая задача – сохранение жизни и здоровья граждан. Это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет ложиться, то тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано. Представляете, вот вы сказали, что надо пользоваться и сложными моментами. Да? Вот вы сейчас разворачиваете такую практически сеть большую, да? Да. Привлекаете людей, они смотрят ваши программы, вы приобретаете клиентов будущих. В огромном количестве. Когда ситуация изменится, она точно изменится к лучшему, это 100%. Вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится и к лучшему. И все люди, которые сегодня пользуются бесплатно вашими контентами и вашими новинками, они останутся в качестве ваших клиентов. Так что это вот может быть тот случай, то счастье, когда несчастье помогает. Соответствующая структура правительства очень с большим подозрением отнеслись к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов вот такой системой онлайн. Но, тем не менее, я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере. Думаю, что мы сделали правильно с одновременным повышением ответственности за контрафакт. ФНС урегулировала. Что касается других налогов...